On to the third. Третье видение. And this is the prophecy or the vision of the measuring line. Это видение землемерной верви. Verses 1 through 13 of chapter 2. Вторая глава, стихи с 1 по 13. Do you want me to read all the verses? Yeah, sorry. И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная вервь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому, иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него и прославлюсь посреди него. Эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона, ибо так говорит Господь Саваоф. Для славы он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицем Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего. Okay, this vision is of the city of Jerusalem being measured. Итак, здесь дается, рисуется картина измерения города Иерусалима. Let's see how big it is, а чтобы посмотреть, какой он по размеру, so we can see how many people we can fit in it. А чтобы увидеть, сколько людей можно туда поместить. And the prophecy of this vision is that Jerusalem will be very populous. И пророчество, которое здесь заключено, состоит в том, что Иерусалим будет весьма многочисленным, то есть густонаселенным. Yeah, the situation as of the date of the prophecy is, когда пророчество это изрекалось, it is not well populated. Иерусалим еще не был густонаселен. It will be a safe place to live. Это будет безопасное место для жизни. That's the sense behind God will be a fire around the city of Jerusalem. Именно этот смысл выражен в стихах, когда Господь говорит, я буду огненной стеной вокруг него. In other words, nobody will be able to attack. Другими словами, никто уже не сможет напасть. So he is calling the people who are still living in Babylon to come back to Jerusalem. Итак, он призывает людей, которые до сих пор остаются в Вавилоне, вернуться в Иерусалим. Thousands of people came back with Zerubbabel to repopulate the city. А тысячи людей вернулись с Зарававелем, чтобы вновь поселиться в Иерусалиме. But there's still plenty of room in the city for more and more Jews. Но в городе еще было очень много места, чтобы туда снова возвращались евреи. And many Jews decided that they would stay in the land of Babylon. И многие евреи приняли для себя решение остаться в Вавилонии. They've been there for 50, 60, 70 years. Они там прожили уже 50, 60, 70 лет. Why should I come back to Jerusalem? Зачем вообще возвращаться в Иерусалим? It was comfortable there. Там было удобно. Their grandparents, parents, and they родители, had grown up there. А бабушки, дедушки там живут, да и я там вырос. And so God is calling his people back to repopulate the land of Palestine. Но Бог призывает свой народ, возвратитесь в землю Палестины и населите ее вновь. And the reason is, he's going to bring blessing to his people when they're all together in the land. Почему он это говорит? Потому что он хочет благословить свой народ, когда они все вместе соберутся на своей земле. And of course, the greatest блessing is that he will be there in the midst of. И, конечно, самое большое благословение, когда он прославится посреди своего народа. Can we understand the temptation of a Jew to remain in Babylon and not make the long journey all the way back to Jerusalem? Можем ли мы оценить искушение евреев остаться в Вавилоне и не идти домой? Конечно, там уже все готово, все нормально. Не надо ничего устроить заново. Exactly. And yet for the Jew, home is always Jerusalem. И вместе с тем для еврея дом это всегда Иерусалим. The promises of the Abrahamic covenant are directly tied to the land of Palestine. Обетования
которые Бог дает, заключая завет с Авраамом, непосредственно связаны с палестинской землей. So for the nation to experience this tremendous blessing, поэтому для того, чтобы народ, have to go home. Для народ испытал невероятное благословение от Бога, он должен вернуться домой, на свою землю. И вот это третье пророчество, третье послание, it's an invitation to return. Как раз и есть призыв возвратиться. Okay, now let's look at the fourth vision. Четвертое видение. Verses. First of all, the first three verses of chapter 3. Первые три стиха, вначале прочитаем третьей главы. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь, да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанной одежде и стоял пред ангелом». Remember, at this time period, Joshua is the high priest. Помните, что в этот период времени Иисус был первосвященником. And he is clothed in filthy garments. И смотрите, здесь написано, что он одет в запятнанные одежды. Now, what do you think those filthy garments might represent? Как вы думаете, что они могут символизировать, эти запятнанные одежды? Ну, нечистота. Uncleanness. Is that uncleanness? Ceremonial, ритуальная нечистота, possibly moral pollution, возможно, нравственная. But the thought is that the people of God have come back to the land. Но мысль здесь такая: народ Божий возвратился в свою землю. But they have not yet been transformed internally. Но внутреннего обращения у них еще не произошло. They physically come back, but they haven't spiritually come back. Физически они вернулись, а вот духовного возвращения еще не наступило. And notice that there is an exchange between God and Satan. И обратите внимание, что здесь Бог говорит с сатаной. When Satan is accusing the Joshua. He's accusing Joshua, excuse me. Сатана обвиняет Иисуса. The Lord rebukes Satan. Бог упрекает сатану. And on what basis does the Lord rebuke Satan? И на каком основании? Not on the basis of Joshua being a righteous man. Не на том основании, что Иисус есть праведник. Not on the basis of the nation has already suffered enough, leave Joshua alone. Не на том основании, что народ уже и так достаточно пострадал, и вообще оставь Иисуса в покое. It's not because Joshua promises that he'll do better in the future. Не потому, что Иисус обещает, что он будет лучше служить Богу в будущем. It's because God pictures his people as a branch pulled out of a fire. А потому что Бог видит свой огонь как головню, исторгнутую из огня. Why does God love his people so much? Почему Бог так любит свой народ? Because he's chosen to love them. Потому что он по своей суверенной воле избрал любить свой народ. Он просто его любит. It's not because they're especially lovely. Не потому что они особенно хороши. It's just out of all the peoples of the world, God has chosen to set his affections on Israel. А просто потому что из всех народов мира Господь избрал Израиль как свой народ. Their merit, it's not how hard they try. То есть не по их заслугам они были избраны. It's just that God loves Israel. Не по каким-то своим усилиям, а просто потому что Бог их возлюбил, и точка. And that is what he would say to you and me today. То же самое он говорит и нам с вами сегодня. God loves us. Бог нас любит. Jesus died on the cross for us. Иисус Христос принял смерть за нас. Not because we were such wonderful people. Не потому что мы с вами такие чудесные люди. God demonstrates his own love towards us in this. Но Божья любовь проявляется вот в чем. While we were still sinners, Christ died for us. Что Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Аминь. Аминь. Yeah. He didn't wait for us to get good. Он не ждал, пока мы с вами исправимся и станем хорошими. He died for us while we were still sinners. А умер за нас, когда мы были еще грешниками. Now, Итак, Joshua is not going to stay in this filthy condition. Иисус не останется в этом нечистом состоянии. God will cleanse him, as we read in verses 4 and 5. А Бог очистит его, и об этом мы читаем в 4 и 5 стихах, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. And that's a wonderful picture of God's cleansing and forgiveness. Великолепный образ очищения Божьего и Божьего прощения, которое даровано нам.
And then God speaks directly to Joshua. И далее Господь обращается непосредственно к Иисусу. In verses 6 and 7. В 6 и 7 стихах. «И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу, так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими, и дам тебе ходить между сиими, стоящими здесь». Иисус должен исполнять свои священнические обязанности with integrity, with great zeal, с рвением, усердием, с трудолюбием. And then God speaks to Joshua and gives him a promise. И далее Бог говорит, обращается к Иисусу и дает ему обет. And the promise is found in verses 8, 9, and 10. Об этом написано в стихах с 8 по 10. «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего, отрасль, ибо вот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей, вот я нарежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». Zechariah the prophet is given a vision about the future and Итак, пророку Захарию дано видение о будущем. And this is a picture of the perfect high priest of Israel. И это образ совершенного первосвященника Израилева. So I think this is a promise about end times things about the Messiah. И поэтому мне кажется, что здесь содержится обетование о последних днях обетования Мессии. He says that Joshua and his fellow priests are types of Christ. Он говорит, что Иисус и другие священники types являются they represent Christ. Символизируют Иисуса Христа. Okay. And he says he makes reference to my servant the branch in verse 8. И дальше в 8 стихе он пишет: «Вот я привожу раба моего, отрасль». И каждый раз, когда в пророках мы читаем эти слова «мой раб», должен у нас возникать образ Мессии в сознании. Many great passages in Isaiah. В Исаии, у Исаии есть очень много прекрасных отрывков, посвященных этой теме. Особенно 52 и 53 главы. Referring to the Messiah as my servant. Где о Мессии говорится как о моем рабе. And this Messiah will be the foundation stone of the house of God. Итак, этот самый Мессия будет камень, который Бог полагает. And in the end times, when Messiah is ruling, then there will be peace and prosperity in Israel. Мессия будет царствовать, и в мире будет благополучие и мир. So this fourth vision Итак, это четвертое видение has a picture of completion. Содержит картину полноты. Yes, the people of God are living in the land of Israel. Да, народ Божий живет на земле израильской. But by the cleansing of the prophet, by the cleansing of the priest Joshua. Но очищение священника Иисуса содержит в себе картину духовного преображения Messiah, и далее в отдаленном будущем Мессия and Joshua represents the Messiah, и Иисус как символ грядущего Мессии peace and prosperity in the и land. Вот этот самый Мессия принесет мир и благополучие в землю. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.